На красноярском рынке жилья эксперты наблюдают сезонное оживление. Спрос на квадратный метр растет, стоимость пока остается без изменений. В преддверии нового учебного года особый интерес вызывают квартиры вблизи вузов. Какие требования сегодня предъявляются к жилью для студентов? В сюжете далее. По словам специалистов, сейчас на рынке жилья в сегменте квартир для студентов наблюдается сезонный всплеск. Такая активность покупателей продолжится вплоть до октября. И если лет 5 назад родители больше ориентировались на аренду вторичного, то сегодня готовы инвестировать в новое жилье. Новостройка этой категории инвесторов рассматривается в первую очередь как выгодный вариант на перспективу для молодой семьи. Интерес вызывают студии, крупногабаритные, однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Если раньше все стремились однокомнатная квартиры, там маленькие двухкомнатные. Сегодня уже рассматривается двухкомнатный, трехкомнатный вопрос. То, что люди понимают, что надо брать, что это берется не на один день, не на один год, а практически как бы для многих на всю жизнь. И сейчас заметна тенденция на то, что увеличивается площадь проживания. Некоторые красноярцы недвижимость в студгородке рассматривают еще и как способ вложения. Ведь тенденция последних лет такова, что цена квадратного метра постоянно растет. Ценность жилья здесь возрастет и после введения в эксплуатацию 4-го моста, ведь повысится транспортная доступность к центру города и правому берегу. На стоимость, безусловно, влияет место расположения, экологическая составляющая района, метраж и качество квартиры, а также наличие околожилых домов, парков, водоемов, развитой инфраструктуры и живописных видов. В новом жилом комплексе «Эдельвейс» стоимость квадратного метра жилья 50 тысяч рублей. Экологически чистый район, студенческий городок, кирпичное исполнение. Подробности по телефону 211 9 112.